Всем привет! Сегодня я в Бристоле, 11 августа 2017 года, день рождения моего сына. С погодой немножко не повезло, солнца нету, а когда солнца нет, то любой английский город выглядит мрачно. Поэтому о Бристоле у меня, ну, скажем так, не самые радужные впечатления, ожиданий было больше. Ну вот брожу, вижу то же самое, что и раньше видел. Единственное, могу поделиться с вами интересным фактом, который вычитал в Википедии, что Бристоль в 1700 по период 1807 год принимал участие в работорговле. 2000, по-моему, кораблей из Бристоля перевезли за 100 лет более 500 000 рабов в Америку. Интересного кого-то работа была в 18 веке.